Цель направляет деятельность. Это значит, что результат сам по себе создает фрейм, определяющий, что именно будет восприниматься как подходящее, удачное и попадающее внутрь фрейма, а что будет отметаться как не имеющее отношения к делу, бесполезное и находящееся вне фрейма. Для участников мозгового штурма, к примеру, желаемым результатом являются новые оригинальные идеи. По отношению к этому результату уместными и ценными могут оказаться неожиданные аналогии, грубые шутки, глупые вопросы и прочие странности поведения. Напротив, попытки использовать уже имеющиеся решения и стратегии, стремление реально смотреть на вещи, окажутся неуместными и бесполезными. Безусловно, в ходе поиска решения проблемы важно исследовать симптомы и их причины. Однако не менее важно делать это в контексте достижения желаемого состояния. В противном случае исследование симптомов и причин не приведет ни к какому решению. Если же информация собирается в связи с результатом или желаемым состоянием, решения могут найтись, даже если сама проблема остается не до конца изученной.